шановні друзі, сьогодні у програмі «Діалоги» йтиметься про розвиток дитячої творчості. І, звичайно, до студії ми запросили справжніх професіоналів. Я хочу з задоволенням вам їх представити. Це Артем Піановський, директор навчально-виховного комплексу школи гуманітарної праці Херсонської обласної ради. Вітаю вас. Тетяна Томіліна, директор Херсонського академічного ліцею імені Олега Шукова при Херсонському державному університеті Херсонської міської ради. Вітаю вас. Фіруза Тимофієва, директор школи мистецтв «Вента». Доброго дня. Олександра Рюхіна, директор Таврійського ліцею мистецтв. Ігор Полівіков, директор Херсонської музичної школи номер 3. Ось у такому приємному товаристві ми і поговоримо про рік дитячої творчості. Тим більше, що він проголошений президентом України 2013 рік. Він майже вже добігає до свого завершення. І ви, хочу ще раз повторитися, як справжні професіонали, адже ваші навчальні заклади усі є особливими. От, можете сказати, чи відбувся він дійсно як рік дитячої творчості? Ну, я з удовольствием отмечу, що этот год був насыщен детскими выступлениями, программами. И мы в этом году увидели на нашем телевидении очень много ярких детей, очень много перспективных детей. Конечно же, это радует, но в общем это не удивительно, потому что наша область талантами всегда отличалась и очень яркими. Я думаю, что вам есть что сказать о своих талантах, которые выходят уже на международную орбиту. Ну и я так думаю, что мероприятия подобные этого года, они должны быть не только в год, объявленный президентом, но и каждый год. А чи відчули ви, що рік був якийсь особливим, чи є ще особливим у плані дитячої творчості? Ну, звісно, і средства масової інформації, і освещение работы с творческими детьми в этом году более активно, чем в предыдущие. И мы занимаемся уже 23-й год непосредственно в нашем учебном заведении работой с такими особенными детьми. И понятно, что и не прекратится эта работа, и она должна так вестись. Но то, что акценты сделаны в этом году на детей творческих, это очень правильно. Ігор Олексійович, скажіть, будь ласка, чи потрібні якісь особливі підходи для дітей талановитих? Спасибо, очень хороший вопрос. По умолчанию талантливый ребенок – это тот, который воспитан таким образом, социализирован таким образом, собственно, поэтому он и будет личностью. Личность – это социально ориентированная индивидуальность. Когда ребенок сможет отвечать на вызовы жизни, сумеет это сделать максимально хорошо и интересно и себе, и людям. Поэтому, когда мы говорим о годе детского творчества, мы говорим о том, что воспитывает в детях личность. А воспитание личности – это отдельные технологии педагогические, которые сегодня торят себе дорогу в Украине, и в частности у нас в школе, например. Тетяна Юрьевна, у вас дуже багато талантів в вашому академічному ліцеї, свідченням є і ті заходи, концерти, які відбуваються. Як виховуєте ви дітей? Це ж не спеціальний навчальний заклад, так? Як музична школа. Дякую за вопрос. Діти, крім того, що вчаться как бы, в цьому учебному заведенні, творчество завжди рядышком. Так, в принципі, Олег Васильевич нас приучив. Так було завжди, тому що, став доктором наук, он учился в ГИТИСе для того, чтобы иметь право быть режиссером настоящим. И мы это поддерживаем. И вот у нас 14 декабря, я уже проанонсирую, будет лицейский дебют. Я вас приглашаю всех, чтобы вы оценили профессиональную подготовку. Мы очень стараемся. Это как бы у нас по наследству нам осталось. Но я хочу сказать о том, что происходит в этом году. Дело в том, что тот конкурс, который стартовал на базе Херсонского государственного университета. И мы были не родоначальниками, а начинателями конкурса телевизионного, извините, Лариса Львовна, я заберу у вас кусочек хлеба, «Таврийская зирка». Когда я ребятам сказала, что будем делать, принимать участие или нет? Конечно, принимать участие. То есть дети, и благодаря Николаю Михайловичу Холкостяку, и благодаря вашему телеканалу, вы сделали здоровски классное дело.
потому что все дети, вот я смотрю сейчас, мы активно следим, смс-ки отправляем, кто участвует, этому ребенку, который не является профессионально и не занимается ни в каком искусственном творческом коллективе. Ведь есть всякие, есть социальные дети, которые не имеют средств это делать, и которые показывают большие результаты, здоровские. Этот проект в этом году поднял творчество детское очень высоко. И поэтому мы, академический лицей, наш лицейский парламент, наши преподаватели поддерживаем это и очень хотим, чтобы у нас с вами все получилось. Спасибо. Я думаю, що у нас так і виходить, тим більше, що майже усі ваші вихованці беруть участь у цьому проєкті дуже успішно, відкриваються такі справжні зірки. Знаєте, от я спілкуюся з багатьма дітьми і батьками, вони кажуть, що навіть і кращі оцінки, вони краще стали навчатися після того, як там побачили себе на екрані, так? Ну, це стимулюють, звісно. Стимулюють і дуже обов'язують, тому що вони вже себе вважають публічними дітьми. І що найцікавіше, ребята, які фінансові можливості є у батьків, вони беруть уроки і вокала, вони беруть уроки і приходять, і поспрашують, і в цей пролісок, в театр ходять к натяжному, чтобы поставили, им хочется этого. Ведь мы с вами, я не знаю как, но вот я, например, тоже мечтала быть актрисой, когда была маленькая девочка. Мы все актеры, потому что если ты не будешь это делать, то в любой специальности, даже народные депутаты, каждый имеет свою роль. Ну уж извините. Кого маска, є, кого немає. Конечно. Артем Олександрович, дуже багато заходів проводите і ви. Скажіть, будь ласка, цей зв'язок, творчість, навчання, виховання, як його гармонійно можна пов'язати, що давав результат? Діти повинні бути психологічно, особливо талантливі, вони потребуються психологической поддержки. То есть должны быть созданы особые условия для того, чтобы они имели право и на ошибку, и на усталость, они много работают. Наш учебно-воспитательный комплекс всегда занимался проблемами детского творчества, и нас приняли в ассоциацию «Школа будущего», Всеукраинская ассоциация «Школ будущего». Таких школ не очень много. Это те школы, которые изменили учебно-воспитательный процесс. В центре находится ребенок с индивидуальной, говоря таким уже казенным языком, индивидуальной траекторией развития. Ребенок должен попробовать себя во всех видах деятельности. Не случайно президент объявил этот год годом детского творчества, потому что для решения нестандартных задач, для умения взять на себя ответственность, воспитания лидерских качеств, нужна именно реализация творческого потенциала. Именно в школьном возрасте это делать наиболее удобно. Могу сказать о том, что уже как депутат областного совета, что на Херсонской земле традиция, есть и детские поисковые, есть детские творческие танцевальные коллективы, есть много педагогов, которые могут работать с творческими детьми. Безусловно, вот мы в этом году занимаемся проблемой информационно-коммуникационных технологий. Наши дети, и я знаю, Лариса Львовна, что вы точно знаете, о чем я сейчас скажу, потому что наши дети сами ставили, снимали, монтировали фильмы, сегодня это позволяет, но это вот по басням Крылова, это незабываемый опыт. У нас есть свои радио, есть свои сайты, это все активно, библиотечно-информационный центр, то есть тонкие грани творчества. И, как правило, в искусстве... Вдали такие были. Это интересно, да. И второе, что очень важно, что если у детей есть общий уровень развития, они и в танце, и в песне, они совсем по-другому преподносят, создают свой образ, наполняют сердечностью или душевностью только в том случае, когда они много знают, много понимают и чувствуют. То есть работа над личностью может проявиться по-разному. Но чем больше в детей вкладывать, да, вот в кавычках употребляется, тем больше будет от них отдача. И, безусловно, для всех талантливых детей нужен какой-то определенный момент их славы, минута славы, мгновение славы. Да? И вот очень важно, чтобы мы дали детям именно
ориентиры на высокое искусство, потому что, к сожалению, умы наших детей заполоняют не очень высокие образцы эстрадного шоу и не самого качества. Поэтому, конечно, над чем должны работать взрослые люди и педагоги? Над тем, чтобы поднять уровень притязания искусства. Случайно смотрел программу, Ширвин Державин праздновали 20 или 30 или 40-летие своей творческой деятельности. Ну вот сидела внучка Ширвинта, и у него ведущий спрашивает: а внучка ваша поклонница творчества? Она говорит, она так заулыбалась, она говорит: вы понимаете, она искусствовед, специалист по высокому итальянскому возрождению. Какое, говорит, творчество, какой комеди-класс? То есть тот, кто познал высокое, никогда не вернется. Вот, конечно, этот год нам всем дан как ориентир для того, чтобы искать таланты, поддерживать и, самое главное, поднять уровень детских творческих возможностей, уровень искусства в детской среде, изменить немножко отношение детей к себе и к тому окружающему миру, который есть. Дякую. Но мне еще кажется, что вот этот вопрос не вопрос, это такое вот... Дело в том, что современная семья, папа с мамой занимаются добычей денег. Как ни крутите, это так. Но мы занимаем, все присутствующие здесь, я думаю, что никто не... Все подпишутся под этими словами. Мы занимаем ту нишу, которая должна остаться за родителями, прививать любовь к культуре, к театру. Учителя стараются, они стараются дать знания. А вот эту вот духовность должны дать мы. Це велика роль і місія викладачів, тим більше викладачів мистецтва. Так, я ще хотіла сказати, що наука педагогічна сьогодні дуже заінтересована такою категорією в педагогіці, як формування емоціонального інтелекту. Это новый взгляд на педагогическую деятельность и на результативность этой деятельности. И если смотреть на Таврический лицей искусств, который я представляю сегодня здесь, что задачей этого учебного заведения вырастить артистов, это неправильно. Конечно. Это неправильно. Мы, используя возможности искусства, достучались до сердца ребенка. И на уровне сотрудничества с этим сердцем формируем его будущее, его будущий эмоциональный интеллект. И все же таки, как раскрыть таланты? Вот, знаете, я хотела бы добавить, потому что очень много правильного сказали мои друзья здесь сегодня в студии. Вот мы боремся и мы хотим сделать ребенка высокообразованным и всесторонне развитым, что немаловажно. И слава Богу, что прошли те времена, когда педагоги, там, директора школы очень ревностно относились к тому, если ребенок занимался там, музыкой, танцами или чем-то другим. Сейчас вот произошло такое некое слияние. И как мне приходилось общаться с директорами школ, и я для себя отметила, что время таки изменилось, что они открыты для контакта, для общения, и они готовы создавать все условия для того, чтобы дети действительно развивались. И независимо от того, кем бы они ни были, я об этом всегда говорю родителям, но загружать детей необходимо, потому что их потенциал просто необъятен. Чем больше у них свободного времени, тем хуже для них, если это время не заполнено. И поэтому здесь очень важно, чтобы ребенок занимался и языками, и искусством, и спортом, и чтобы у него не было минут, ни одной свободной минуты. И как сегодня правильно сказали, что когда ребенок выступит, он понимает свою значимость, и ему хочется. Но вот здесь очень важно соблюсти вот эту тонкую грань. Высокий вкус и дурной вкус. И не всегда то, что мы видим по телевизору, это воспитывает вкус нашего ребенка. Все ж таки, треба, мабуть, виявляти таланти і спрямовувати їх у необхідне русло. Не вийде так, що будь-яка дитина не має хисту, скажімо, ну, нема слуху, так, до музики, але все рівно треба навчатися в музичній школі. Очень часто, чим ми, допустим, сталкиваемся, з тим, коли родители, особенно это вот там 2-3 года, когда ребенок начинает говорить первые слова, это идет быстро достаточно, все родители
считают, что это уже определенные признаки гениальности, да? И очень часто снижена критика у родителей по восприятию собственных детей, особенно в искусстве. И здесь очень важно не допускать манипуляций, потому что если ребенок прикасается к искусству для себя, в любом случае, это уже очень хорошо. А если в этот момент, вот, знаете, как вот тянет обязательно на сцену звездой, то это может испортить личность. Почему? Потому что потом все равно будут разочарования. То есть результат работы и усилий, то есть не всем стать звездами оперы или, допустим, эстрады, но вот есть такая программа российская «Голос». И она пошла по другому пути, не по эстрадному пути, а по пути европейского традиционного высокоуровневого отбора. То есть, когда артист поет и оперу, и эстраду, вот, допустим, ну, такого уровня, вот как Гришко, например, мы знакомы с ним, то есть человек с уникальными возможностями голосовыми, но артисты за рубежом поют все, никаких фонограмм. И вот такая программа появилась в России. Вот мы сегодня, я думаю, Лариса Львовна, пока, может быть, у нас сегодня нет возможности такое сделать, но то, что делает ваш канал, это возможность всем почувствовать себя, как сказать, звездой в небольшом плане, да, но задача воспитателей не дать, и родителей не дать там, где нет особых оснований, не дать этим увлечься. Ребенок должен попробовать себя во всех видах деятельности. То есть он должен попробовать себя и в спорте, и в науке, в учебе, в написании, в общественной. Сегодня же мы не говорим, а очень много талантливых детей, и их мы теряем, а всего 2% людей могут руководить. Это особый дар. Это умение, коммуникативная, так называемая, одаренность, уметь общаться, организовывать вокруг себя людей, лидерские качества. Как их проявить? Только если создавать самоуправление. Целый ряд общественных организаций прекратили свое существование. Сегодня на нас, на школе, еще стоит такая вот ответственность, как дать им возможность общаться в обществе, решать конфликты, добиваться чего-то. Мы должны детей подготовить к жизни. Ігор Олексійович, як ви в музичній школі відбираєте таких талановитих дітей? Які тут напрямки, щоб знайти? Дійсно, це є талант. Цей талант треба розвивати. А цю дитину допомагати, підтримувати. Ми організували у нас в школі фестиваль естрадно-джазової музики. Там лучшие образцы эстрады и джаза. Я бы так не делил, скажем, вот эстрада только плохая. Эстрада есть роскошная. Вспомни, ты моя мелодия. Ну, это же роскошная. Это классика, Это классика. То есть классика, та, которая отобрана временем лучше, она есть везде. Мы назвали мы этот фестиваль «Сердце Браво», то есть приоритетом сердца. Это один из таких вариантов, где мы отбираем деток и смотрим, есть ли у него какие-то способности к тому, чтобы он продолжал дальше. А если нет такого особенного отписка до музыки, до эстрады, до спива? Дело в том, что музыка... А дитина хочет відвідувати музичну школу? Дело в том, что музыка универсальна в своих средствах для того, чтобы дать ребенку реализоваться. Вот что интересно. То есть она такое же средство, как математика, как литература, для того, чтобы можно было выйти на сердце ребенка, на его семью, на его окружение. И изучив все это, в чем искусство педагога и заключается, в том, чтобы он сумел все эти факторы не просто научить, сумел эти факторы объединить и сделать так, чтобы ребенку было хорошо. И вот в музыкальных школах, в частности, такая возможность предоставляется, скажем, при концертных выступлениях. То есть концертное выступление не самоцель, это возможность ребенку проявить то, что он сделал долгим, достаточно тяжелым трудом. Все хорошо знают, что это тяжелый труд, выучить что-то. И показать его людям. И когда этот ребенок имеет такую возможность выйти на эту сцену, когда ему аплодируют после этого, понятно, что педагог заранее его готовит к этому. Он ему не дает чрезмерно сложное произведение, он дает ему по силам. И дети от этого рады, дети от этого счастливы. Этот момент счастья, о котором говорил как раз Артем Александрович, исключительно важен. Мы над этим непременно работаем. Достаточно сказать, что в прошлом году, например, дети нашей школы приняли участие в 127 концертах. Я нарочито иду на то, чтобы дети имели возможность участвовать в этом. Сейчас они в Днепропетровске на соревнования духовых оркестров. С тем, чтобы дети могли вот в этом моменте социализации себя максимально проявить.
Я уже видел примеры того, как это воздействует на детей после всего этого. Вот взять, например, Полину Тарасенко. Все знают, роскошная девочка, человек-оркестр. Буквально вчера от мамы получил из Москвы новую информацию. Благодарность от фонда Спивакова, ныне покойному, Семену Николаевичу Рывкину, у которого сегодня, кстати, день рождения. Не лишний будет вспомнить. За воспитание ребенка. Вот о чем мы говорим. Наш херсонский ребенок поехал в Москву и получил от фонда Спивакова. Это авторитет Херсона. Багато ваших это дітей авторитет беруть участь в і у нашому першому телевізійному фестивалі «Таврійська зірка», який відбувається за сприяння голови облдержадміністрації Миколи Костівка. І всі ви знаєте, що 19 грудня, на День Святого Миколая, буде великий гала-концерт у ювілейному. Це буде продовжуватися, фестиваль на цьому не закінчиться. Потім буде 2014 рік і так далі, тому що Микола Миколаївич особисто опікується. От що би ви підказали, як далі розвивати? Сьогодні ми знаємо, над чим треба працювати. А от цікава ваша думка. В частності, все, що стосується Таврійської зірки, це плод роботи всього великого колективу, який, в частності, і тут присутствує. Поэтому я могу только сказать, что фестиваль набирает только свои обороты. Шикарный проект, который в рамках инициатив президента. Наше счастье, что у нас есть такая мощная поддержка. У нас уже принят закон о культуре. У нас есть на этот год творчество. У нас есть длительные проекты, которые заботятся о творчестве ребенка. У нас есть предложение 40 до 70% повысить охват по дошкольных закладах освіти, внешкольных наших учреждений. Поэтому проект «Таврійська зірка» как нельзя лучше вписывается во все эти инициативы. Поэтому я думаю, что у него большое будущее этого проекта. Этот проект, который начал работать в этом году, и мы его заканчиваем в дню Святого Николая, я думаю, что он яркое подтверждение того, что внимание этим детям нужно уделять. И правильно это. Так, Артем Олександрович, до речі, ви як голова постійної комісії з питань науки, культури, освіти, так, взаємодії зі ЗМІ, така у вас дуже там поважна посада, як у депутата обласної ради. От які тут напрямки ви бачите для розвитку дитячого творчості? Я глибоко уверен, що личність воспитує тільки личність. Тобто, безусловно, це поиск і підтримка талантливих педагогів. А то, що стосується фестиваля, который проводит ваш телеканал «Таврійська зірка», я могу сказать одно. На мой взгляд, сегодня нужно посмотреть, как это пройдет, и на следующий год попробовать сделать, например, или, скорее всего, наверное, с музучилищем, с, допустим, еще с кем-то отборочные туры. То есть для того, чтобы это было не только один итоговый концерт, и чтобы он был не только телевизионный. Я имею в виду, чтобы была и их телевизионная, допустим, версия, и чтобы, то есть, чтобы те дети, которые победят, выступят, чтобы можно было составить концерт, чтобы они имели возможность выступить не только в том жанре, попробовать свои силы, в котором они выступают, да, чтобы они могли спеть разные жанры, выступить, например, живым оркестром или еще что-то, чтобы это было не только телевизионно, мотивация, а чтобы не только мотивация, а их профессиональный рост. Может, гастроли организовать для таких детей, ну, правда? По крайней мере, по районам области, для победителя. И третий уже этап – это гастрольный. Если наберет оборотов на следующий год, если будет финансовая поддержка, то можно договориться, ну, пока не брать всемирно известных исполнителей, а договориться с нашими выходцами из Украины, которые на Большом Олимпе, эстрадном. Как будет здорово, когда будет играть скрипач с профессионалом рядом. Вот тогда это будет, ну, стимул, может быть, а это будет ребенку. Я играл, я стоял на одной сцене с самым башметом. Да? Откроется второе дыхание. Не второе дыхание, это будет запоминать. Ведь вы поймите, что, знаете, вот я приверженца теории, я не буду говорить какой. Наша душа приходит сюда для того, чтобы получить все самое лучшее. Теория вариантов нам дает то, что мы должны с вами выбрать все самое лучшее. Мы достойны этого. Если я раньше говорила о том, что нет плохих детей, есть, вначале говорила плохие родители, потом говорила странные родители,
А теперь, говорю, ведь родители – это те же дети. Только они взрослые, у них остались детские мечты, и они просто стали взрослыми, потому что зарабатывают деньги. И вот они свои нереализованные мечты воплощают в детей. И потому что и они не хотят услышать душу детскую. А я не хочу математику, я хочу петь. И тогда вот как, вот почему? И если мы друг друга услышим, если мы услышим души друг друга, то все. Все получится. Мы когда-то с вами встречались первый раз и обговаривали этот проект, и было такое предложение, что, ну, в принципе, у нас уже есть такие формы и форматы работы с такими детьми и с взрослыми. Есть такая форма, как тренировочный лагерь. Я предлагаю использовать наши учебные заведения, которые имеют опыт, которые имеют методическую базу, имеют специалистов, знают, как это делать. В частности, у нас на базе нашего учебного заведения работает 6 проектов фестивальных. «Свет надеи», «Довосвет», который привлекает с помощью Министерства образования театральные детские коллективы. «Магия танца» – хореографические. «Накрыла гармонии» – музыкальные коллективы. «Юных художников». Вот есть такой проект, который работает при нашем учебном заведении, «Писано размаите». Это конкурс хоров. Как вот мы сейчас видим битву хоров, да? Ну, мы классически к этому подходим. И в прошлом году мы приняли участие 800 человек. Дети готовы. Руководители есть специалисты. И мы должны и вглубь, и вширь. Так, давайте спільними зусиллями. Я дякую вам, шановні друзі, завершується наша програма, але я думаю, що ми зробимо ще чимало для ідей. Я должен поблагодарить вас за, в общем-то, определенный подвижнический энтузиазм, подвижнический труд. Вам удалось, в общем-то, всколыхнуть то направление, которое до вас никто не делал. Хочется пожелать, чтобы у вас все получилось. Спасибо. И будем стараться вам помогать. Спасибо. Дякуємо вам, шановні друзі. Це була програма «Діалоги». До наступної зустрічі в ефірі.